Формирование комфортной городской среды – сфера, которую затрагивает одноименная программа, успешно реализуемая в Ульяновской области. Новые парки и скверы, асфальтированные дворы, детские площадки и многое другое доступно практически каждому населенному пункту. С ходом благоустройства города Барыш ознакомился глава кабинета министров Александр Смекалин. Сейчас вот здесь делаете, остальные горожане будут говорить, ну здесь хорошо, а нам? А у нас расписано. Вот, поэтому эту программу тоже мы должны реализовывать. Хорошо, что двигается. Вот. Этому главу поддерживайте. Да. Ну, ему есть. Он за вас бьется, молодец. Там он нам жизнь спокойно не дает. Конечно, у современного муниципального руководства не должно быть самоцели замучить региональное правительство жалобами на жизнь и просьбами. Однако современный мониторинг предлагаемых программ поможет построить и сохранить то, что есть. В этом смысле национальные, региональные и федеральные проекты – великолепный выход для муниципалитетов с небольшим бюджетом. Главное – грамотно составленные документы и созидательная активность. И тогда любая программа станет незаменимым инструментом формирования современной и комфортной реальности. Она затронула уже у нас несколько микрорайонов, в том числе и вот здесь центральный микрорайон. Здесь началось с развития вот этого детского городка. Здесь был пустырь. Здесь проходили канализационные и водопроводные трубы. Все убрали, спрятали, закопали, провели капитальный ремонт. Сейчас есть на что посмотреть и проводят здесь все детские мероприятия. Заасфальтированы дорожки, разбит сквер, отремонтированы дома и дворовые территории. Жители микрорайона довольны. Началась программа Путина, как говорится. Он нам дал старт. Чтобы у нас было красиво около домов, конечно, Сергею Ивановичу спасибо огромное Морозову, что тоже он нас поддерживает в этой программе. Мы рады, рабочие работают, тут замечательно. И цветники будем делать, и рассаду делаем, все сделаем как положено. В этом году в Ульяновской области на благоустройство дворовых территорий по проекту формирования комфортной городской среды регион уже направил свыше 250 миллионов рублей. Услышать жителей и реализовывать проекты с учетом их мнения. Вот к чему призывают члены регионального и федерального правительств. Дело за муниципалитетами. Важно помнить, что просидев спокойно сейчас, можно оставить родной населенный пункт без благоустройства на много лет. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ из Барышского района.